Было несколько комментариев на тему того, как же вкусно приготовить минтай. Если вы пороетесь в интернете, вы увидите кучу роликов, в которых его заворачивают в панировку и жарят на масле. Понятно, что это не очень здоровая пища с точки зрения всяких аллергиков, с точки зрения людей, которые там следят за своим желудком, язва у кого, еще что-то поджелудочное, 12-перстное. Жареное масло – это все не туда. Но есть еще ряд вариантов, которые с технологической точки зрения удобны для приготовления рыбных блюд. Итак, у меня сегодня минтай. Моя одна поклонница уже там третий или четвертый раз пишет, когда же вы приготовите минтай. Лучше всего, если вы возьмете в магазине филе, и желательно без кожи. И самое главное, минтай должен быть безупречного качества. Если минтай полежал там 3 месяца в морозилке, при температуре минус 20, жир минтая окислился, и он стал вонять рыбой, тогда что не делайте, просто перекрутите его в котлеты, и много-много специй, может быть, и спасут. Но когда мы говорим о кусочках рыбы, то, конечно, я, например, сегодня взял вообще целую тушку, сделал филе, снял кожу, там костей чуть-чуть убрал, все почистил, у меня получились вот такие вот кусочки. Они у меня аккуратно, само филе было замороженное, конечно же. Я никогда в своей жизни не встречал, но, может быть, где-то на Камчатке кто-то готовил в своей жизни охлажденного минтая. Нет, у нас здесь в Москве все заморозка. Так вот, в холодильнике он оттаял, я его из него сделал филе, убрал кости, кожу, все. У меня вот такие вот тушки. Значит, что мне нужно сделать? Я его беру, режу на какие-то такие кусочки, неважно какие. Желательно, чтобы вот эти брюшки... Они, конечно, переготовятся, но вот нужно ориентироваться на толщину какого-то вот куска, чтобы они были более-менее одинаковые. Все остальное также нарезаем. Хотите, целиком можно прям филе выкладывать. Можно не резать ничего. Я когда сделаю сейчас, вы поймете. Придумайте уже сами, какими кусками, потому что минтай тоже бывает разный. Тушка бывает крупная, бывает мелкая. Значит, ребята, вот, которые возят треску, которых я рекомендую, которых беру вообще высокого качества треска, они возят минтай. У них там калибровка 3 или 4 видов. От самого маленького до самого большого. Поэтому, если у вас есть, подружитесь с продавцом в рыбном магазине, чтобы вам хотя бы продавец рассказывал о том, когда привозят этого минтая. Потому что он бывает так пахнет. Вот у меня пахнет просто свежестью, морем. И, видимо, он был недавно выловлен, заморожен и привезен в Москву. Мне понадобится еще чеснок, довольно много, но тут вот у меня, смотрите, одна огромная головка, один огромный зубчик и один маленький. Но вообще, как любитель чеснока, хочу сказать, что минтай чеснок просто обожает, и поэтому не стесняйтесь. Я не использую ни лук, ни какую там остальную ботву. Вот достаточное количество чеснока делают рыбу семейства тресковых вкусной. Мука, молоко. Топленое масло, лавровый лист, розмарин. Все готово к тому, чтобы перейти к приготовлению соуса. На огонь ставлю сотейник. Маленький. Ну, ковшик, сотейник, кто как называет. Сюда сразу же добавляю примерно вот почти столовую ложку топленого масла. Сотейник не перегревайте. Дайте ему расплавиться. Можно сливочное использовать, но топленое вкуснее. Вернее, можно использовать сливочное, но у топленого температура плавления там другая. Температура горения, вернее, другая. Поэтому, какое есть, в общем, то используйте. Но не растительное, на растительном не так вкусно. Сюда добавляем почти весь чеснок. Но немножко нужно оставить. Вот посмотрите, немножко. Это добавим потом в конце для усиления вкуса. Как только чеснок начал отдавать свой вкус, нужно уменьшить огонь. И добавить сюда примерно пол ложки, может чуть больше, муки. И обжарить муку вместе с чесноком на топленом масле. Образуется очень крутой запах. Сюда сразу же добавляем лавровый лист. Можно его разорвать на 2 части и веточку розмарина. Нам не нужно там обжаривать до какого-то коричневого цвета. Видите, тут масла довольно много, поэтому... Там мука внутри него слегка посернулась, и сразу же добавляю сюда молоко. Молоко должно быть холодное, чтобы не образовывались комочки.
Видите, я даже могу это все делать ложкой, не боясь. Многие говорят, нужно обязательно мешать венчиков, чтобы не образовывались комочки. Блин, да ерунда это все. Если вы холодное молоко льете в горячее масло, оно сразу же остывает. Не образуется никаких комочков. Видите, только чеснок тут попадается. И уже мука начинает завариваться. Видите, густая получается жидкость. Смотрите сами по состоянию души и тела, какой густоты вам нужен соус. По сути, это бешамель, да? Многие скажут. Это же бешамель. Но бешамель делается только с мускатным орехом. Я же использую чеснок и разные всякие добавки для того, чтобы сделать рыбный соус. Если у вас там много времени, вы можете проварить в этом соусе кости от какой-то другой рыбы или от разделки минтая для того, чтобы насытить этот бульон рыбным вкусом. Ну, я этого не делал, потому что я хочу, чтобы вы повторили этот рецепт быстро. Быстрый рецепт. Все же пишут, нам нужны быстрые рецепты, мы не можем долго все это готовить, сутками. Смотрите, видите, он заваривается. Мука заваривается, соус становится гуще. Регулируйте огонь и регулируйте густоту супа. Я, видите, стоит тут молочко. Он получается красивый. Так, пора солить. И добавляю перец. Или черный, или какой-нибудь красный, зеленый, розовый. Я 4 перца вот добавляю, все. Супер. Ничего страшного, что там у нас соус будет немножко такого мусорного цвета. Следите за огнем, чтобы ничего не подгорало. Все время помешивайте. Видите, вот вроде молоко подливаю, а соус становится все гуще и гуще. Добавляем еще молочко. Супер вкусно. Вкусно. Лавровый лист и розмарин дают свой эффект. Чеснок, сливки. Самые доступные, если свежего розмарина нет, как у меня на окне растет, можете добавить туда сухой. Ничего страшного. Смотрите, как только соус начал закипать, мы понимаем, что нам достаточно вот такая вот консистенция. И просто берем рыбу туда отправляем. Опа. Учтите, что рыба, такое количество рыбы, при приготовлении даст свой сок. Соус станет еще немножко жиже. Учитывайте это при приготовлении рыбы. Значит, рыбу нужно распределить и уже не мешать, потому что это такая рыба, как вот треска, минтай, она вся у вас потом в кашу превратится. Хотя, может быть, это и неплохо. Все, теперь мы даем самый маленький огонь и смотрим минут 5. Даем ей постоять на маленьком огне, прогреться, чтобы рыба вся дошла и приготовилась. Никакую рыбу в усмерть варить не надо. Достаточно там ее догреть до 55-58 градусов, для того, чтобы она полностью приготовилась, тем более филе тоненькое. Тогда она будет сочная и мягкая. Как только вы доводите до кипения, да еще начинаете варить всю воду, вода внутри рыбы закипает, вся выходит наружу, соус будет, конечно, вкусный, но рыба будет суховатая. Хотя, если полтонны масла забросить, то у вас жирность будет во рту такая, что вам будет все равно, сухая она или не сухая. Как только мы рыбу туда закинули, сразу же чесночок. Оставшийся, видите, немножко чеснока. Прям сверху его киньте, пусть он там тоже приготовится. Он активизирует чесночный аромат. И как только у нас прошло 5 минут, посмотрите, я не мешаю ее во время приготовления, потому что рыба может вся поломаться и в кашу превратиться. Оно у меня даже, знаете, что я после выключения плиты, она у меня еще постояла, наверное, минуты 2-3. Ну, вы видели, кусочки маленькие, что ее там варить? Берем красивую тарелку, это обязательно. Любое блюдо, красивая тарелка, самое то. И начинаем выкладывать. Вы можете это подавать с гарниром. Я же предпочитаю есть без гарнира, потому что это вкусно настолько, что гарнир просто отвлекает от минтая. Я уверен. Если раз приготовите, потом будете рассказывать всем своим родственникам, какой крутой рецепт вы нашли в интернете. Вы поняли, да, что здесь можно добавлять лучок, если вы не любите чеснок или вам нельзя делать также вот поджарку, а потом добавлять муку и так далее. Вы можете использовать тимьян, розмарин, зеленый базилик, любые травки. Здесь уже ваша фантазия.
Основу я вам показал. Дальше берем и делаем. Химию процесса тоже объяснил, я надеюсь. Если кому-то чего-то непонятно, значит, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Даст Бог, будет время, отвечу с удовольствием. Несмотря на розмарин, это такое русское блюдо, поэтому небольшое количество укропа украшаем. Почему взял темную тарелку? Да, вы понимаете, что, соус светлый. Нужно, чтобы он контрастировал с тарелкой и был такой очень сексуальный с гастрономической точки зрения. И немножко чили перца. И уже из крышечки можно посыпать чили перчиком. Все, можете любые приправки уже потом добавлять при подаче. Самое главное, что основа вам доступна, понятна. Блюдо простейшее, готовится 5-7 минут, все. Самое вкусное и самое главное, ваша просьба выполнена, мадам. Я надеюсь, что вы приготовите с удовольствием и до следующей недели, наверное, получите удовольствие от поедания этого блюда. Приятного аппетита, оставайтесь с нами, приходите к нам на канал, комментируйте, рассказывайте своим гостям о том, что у нас здесь круто, очень забавные, интересные рецепты, я стараюсь для вас, соответственно. Пока!